подожди, скажи. Так, это мы сегодня это... В кафешечку зашли рядом. Булочка с шоколадом. Что это такое вот это вот? Вот это. Не знаю, это какой-то бутерброд, наверное, мощный. Естественно, Рамадан все с собой, ничего нет. Греческий салат 10,5, цезарь, вот то, что я брала 10,5. А вот эти что это такое? А, ну это булочки всякие, булочки. Это пицца маленькая типа, вот такое бы я съела. А этот сколько стоит? 8,50 чикен. Ну, цены намного дешевле, чем в других клиниках, в Джорхане, неплохо. Вот тут что-то такое тоже может быть. А он смотрел там, клиничку, там вот это. Нет, там только попить можно. Hi, а вот is it here? I'm sold out. Ага. What you have only here, yes? This one chicken buffalo. Oh. Chicken and? Vegetable. Курица и овощи. А this one? It's pizza? Yeah, veg pizza. Vegetal pizza, croissant, croissant sandwich, croissant. Aha, what is it? This. Croissant sandwich. What is it? Turkey sandwich. Ah, Turkey sandwich. Turkey. Ah, okay. А how much Turkey sandwich? 14 стоит. Mm-hmm. Прикольно. Можно сэндвич купить. Можно купить вот такой, я хочу вот такой, наверное. Слоечку? Mm-hmm. Куриную. А how much this? This one 5.50. 5.50, отлично. 5.15 вообще. А он какой-то еще есть, это сладенькое. This banana cake. А, банана. Банана кейк. Банана кейк. И сколько банана кейк стоит? Круассан, this one, банана кейк. Какие-то штучки. Да даже калории, посмотри, сейчас. Да, я видела. Прикольно, да? Калории ничего не видно. Но, к сожалению, только с собой. Поскольку, как мы сказали, Рамадан, естественно, здесь... Ну да, еще хорошо не будет. Сниму вот пиццу. Я хочу. Почему пицца не сказала? Тоже где-то, наверное, в пределах. 8, наверное. Потому что тот манакиш я брала за 8. Small pizza how much? 5. А, 5? А давай возьмем 2 пиццы и 2 вот этих вот. Или что ты хочешь? Или ты хочешь турки? Я хочу турки. Ну давай возьмем турки, я хочу да, вот я эту хочу. Вот. И на сладкое, может, это возьмешь? Не, сладкое у нас пиццу ничего не хочешь. Нет. Я хочу вот этот один и ту. Окей, one turkey, two this chicken and one pizza. Perfect. Yes, в смысле? В пакет? А, ну да, как бы. А что, в ладошку? Боремся с пластиком или что? Да, это... А вот такая кафешка. Покажи, какая она. Ну, модно так, выглядит классно. И кофе тут было по 8 дирхам, кофе это вообще что-то. Если вы наши видео помните, 8 дирхам кофе здесь вообще не стоит. Чего не стоит? Ну да. И очень вкусное было. А вот тут, вот с утра, когда я пришла, тут было все индийские эти... Индийская еда, картошечка, тут была какие-то приправки, пахло индийской едой. Кофе готовят в кофемашине. Ну, возьмем с собой, поедем уже домой. А что это такое? Шарики энергетики. Ваниль, о, цинамон, ваниль. Ну, а помню такую вкусняшку. А здесь how much? Здесь 12. А? 12. Возьмем за 12 попробовать? Не знаю. А это да, только один вкус. Ну, прикольно такой. Помнишь, мы где-то такое кушали похожее в Дубае? Маленькая такая оберточка была. Но это было не то, это было для освежения рта после. А какой там этот срок? Срок годности? Да. Или ты думаешь, травить? Слушай, я как увидела цинамон и ванила, мне сразу захотелось. Я думала, это что-то кокос, но очень похоже на годности. Подожди, сейчас. Ну, должен быть. А вот, 12-23, до декабря 23-го. Да? Народ, кто смотрит наши видео в декабре. Вы немножко опоздали. Берем это. Здесь Олмсон. Короче, набрались. А дай покажу, как это тут. Когда можно покушать, будет то вот так вот. Очень красиво даже, очень красивенькие. Такие места, да. Ну. А, ну давай. Показываем. Тут еще и фреши есть. А почем фреш? Фреш, наверное, брать не будем. А вот я даже такого не видела. Лили фреш. Да. Смотри, специальный. Какие-то, не знаю, что тут. Хелси. Ну, тут расписано. Водичка. Что это, смотри, с этим? Как я его называю? Чесночок, личи. Смотри. Личи что-то. Да. Это фиолетовое, как на Милку похоже вообще. Ага. А тут что, манго. Манго и что? Манго, персик, не знаю. А, вот манго. Софин, не понимаю. Короче, с манго. Может, это как эти смузи какие-то. Ну, мы не будем брать, да? Нет, мы дома покушаем, и 100% все свежее.
Угу. Что я уверена, там больница, это Эмираты, никто здесь никого травить не будет. Тем более, даже так я ж кушала, и вкусно. Было очень все очень вкусно. Да, очень вкусно. И цены очень адекватные, ребята. Очень адекватные цены. Для этой страны. И рецепция здесь сама питается, мы это видели. Так, что это обойдется? Пора платить. Карточка. Или где мой кошелек? Ладно, ладно, плачу сегодня. Хорошо. Ладно. Все, ставьте лайки. Давай. Сколько? 40? 42? 42. Нормально вообще. Там только один бутерброд в Жухаре. Ну да. Приехали. Потратились. От тебя сейчас деньги не сняли за реабилитацию, нет? Нет. Не, это включено, да? Слава богу, все оплачиваю. Ага, ну слава богу. Всего и на 1:30 в понедельник. Хорошо. Все отличненько. Пойдем такси ловить. Да, пойдем сейчас по жаре поскачем такси ловить. Но не такая жара уже. Еще пока народ. Еще пока терпимо. Как ни странно, терпимо. Все, чек сейчас дадут. И пошкандыбаем, друзья мои. Все. Не шкандывайте, будьте здоровы, прыгайте на обоих ногах. Иордания, Джордания. Джордан, окей, Джордан, вот. Народ, едем домой. С костылишками, вот с этим, с этой штучкой едем домой. Ага, а еще смотрите, что подарили цветочек. Я не успела, я пока бегала вот за этим вот поддерживающим устройством, да, которое вот оказалось как раз... Мобилайзер. Да. Который доктор забыл сказать, что нам нужно привезти с собой. Ну... Ой. Там совсем, да, там долго рассказывать про это все обслуживание. И как люди сказали, нет, в аптеке в этой нет. Я побежала в одну аптеку по жаре, по этой, по песку. И потом думаю, возвращаюсь в другую бежать. И думаю, дай-ка я зайду в той, в которой нет. И девушка говорит, ну, которая там сотрудница. 88. Да, 88. А там, ну, понятно, разные фирмы. Там за 356 есть дирхам, это $100. Вот, и девушка говорит, есть, ну, вроде бы как один, я сейчас пойду поискать. Она долго искала, не засекала я времени, но долго. Приносит, я думала, она про меня уже забыла. Приносит такие. И я говорю, сколько стоит? А это 90 дирхам, прям для меня, как говорит, 90. Я говорю, хорошо. А потом каже, что вы можете взять, я говорю, а размера, а какой размер? А это она меня спросила, какой размер. Говорит, доктор сказал, они универсальные. Говорит, нет, они не универсальные. Говорю, а, ну доктор сказал. Она говорит, нет, они есть разные. У нас вот только XL. Я говорю, ой, что же делать, я же не знаю размер. А она говорит, вы можете взять и пойти померить. Я такая, да, она, да, пожалуйста. То есть без денег. Я говорю, окей, меня 3 раза просить не надо. Я быстро под мышку поскакала. Позвали медсестру, она чуть-чуть помогла при это все приодеть. И вроде нормально. Ну, и оказалось по факту, но не 90, 88, небольшая разница, но приятно. То есть, конечно, вот, о, вопрос у меня, это, конечно, размышление на тему, но вот доктор, да, вот как, доктор, когда профессионал вот в своем деле, ну, в том плане, что вот хирург, да, он разрезал, все сделал, все хорошо, да, но объяснить... Сказать все точно он не умеет, не способен, не хочет. Не так вот, это хороший профессионал, как вы считаете? Или нет? То есть он этим не парится. И причем еще было такое, вы очень много жалуетесь, он даже еще сказал. Я вообще, ни на кого никто не жаловался. Я вчера попросила убрать женщину от меня, которая мне просто, ну тут синяк не видно уже. Мы же показывали видео. Да это не про то даже. Вот про... Вот я только пожаловалась, просила заменить. А то, что все. Было еще про вот это вот со страховой, еще у нас вопрос целый, что мы пришли на операцию, а страховая не подтвердила. Зачем ты ее одобриваешь? То есть врач назначил дату операции, а при этом страховая не одобрила, еще нету одобрения, и нам два мы человека уже рассказывали, сколько видео уже. Ну вот, а два человека, вот, которые имеют опыт здесь и умеют опыт операции, они говорят, а как это назначать операцию, пришли, а зачем вы при... Да, слышим, говорю, а мы откуда должны знать, мы должны с этими знаниями родиться. Ну вот, вот такой вот специалист, как вы считаете, это ну вот вы считаете, что это классный специалист? То есть по ходу результата оно все забывается или это все-таки... То есть рекомендовать такого специалиста можно или нет? Я нет, я не могу, такое отношение для меня непонятно на самом деле. Вот. Множит много текста, но... Короче говоря, едем по городу Глазу, он же Иляйн. Да, Айн это Глаз. Да, это город Глаз. Едем домой.
Кстати, еще с операцией 24 часа, даже она не начиналась еще, кстати. Мы уже едем домой. Так что считай... Я такой бутылечек. Так что считай, тебя выписали в день операции. Я молодец. Ты молодец. Ну, я молодец, ты молодец. Да, и Наташа, спасибо за помощь. Она реально осталась со мной. Да, а кстати, а если бы меня не было? Да, было бы все очень плохо. Олечка бы бегала. Идите купите фармацевтик. А вот человек один. Короче. Так, все хорошо, все прекрасно на данный момент. Ваши ощущения? Жива. Жива? Сколько? 2 дня, да? 3 дня с операцией. А ну подожди. 3 дня. Сейчас я скажу. Ничего, это... вот фитнес делаем, да. Нога поднимается уже намного лучше, ходим. Говори громче, громче! Живы будем, не помрем, ставьте да. лайки. А ну давай, пройдись, я на тебя быстро. Ну вот в этой специальной штуке. Тебя мы взяли размер такой, какой был, как говорится. Так. Размер универсальный. Да, как доктор сказал, там универсальный размер. Ну, как есть доктор, конечно. Универсальный. Там размеры, там 6 размеров. Не, ну нормально. Ну, идёшь... и все будет хорошо. Да? Сейчас, смотри, теперь я ровно посмотрю. Не, ну это прикол, реально, что в первый же день надо вставать на ногу. Я думаю, что это вообще класс. Ну да. Ну, в том плане, что ты не залеживаешься. Но я реально, как себя вспомню, у меня нога черная вообще, от колена и вниз. Я случайно стала на какой, на третий или на второй день, ну, потому что я это, в туалете там пошла, никаких ни ручек, ничего. Я падаю на эту ногу, у меня искры из очей все брызжут, называется. А тут ничего, больно? Нет, нормально. Ну, короче, супер. Еще покажешь, как ты делаешь дома это упражнение. Ну, не, вообще такой прогресс. Отдельное видео, чтобы уже так совсем все так сделать. И в зале покажем, и дома. Добрый. Ну давай, до свидания. Давай, вперед. Пока-пока, Оля, пока. Пока. Народ, привет. Видите, уже гуляю спустя 2 недели, швы сняли. И с нами... Кошка Матютикова. Швы сняли. 2 недели. Уже, знаете, без шины гулять наслаждение просто. Такая тяжелая шина. Наташа говорит, я еще так не очень правильно хожу. Я не знаю, пробую сгибать ногу. И досгибаю чуть-чуть. Ну ты ее тянешь. Вот не то, что даже тянешь, ты вот... Опа! Ну, сейчас ты посмотришь. Я вообще первый раз без шины иду. Можно мне скидочку сделать? Нет. Никаких скидок, правильно? Нет, слишком дорого. Никаких скидок, только... Слишком дорого к врачу ходить. А, кстати, расскажи, что это... Пришли снять швы. Не то, что она это... Ну, про швы, что мы заплатили деньги. Ты заплатил. Да, пришлось платить 50 дирхам за вход, как будто... Потому что мы... Обойдные. Что там рассказывать? Это не мы, это клиника. Что-то такое рассказывал врач. Швы не сняли, как бы операцию не закончили, да, но 50 дирхам попросили. Да. Каждый раз, когда вы приходите в клинику в Эмиратах, вы платите просто 50 дирхам. Это если у тебя даже есть страховка. Если вам больничный или что-то еще нужно, там, не знаю. Да. И тебе прописывают тупо Панадол. Да. Это если есть у тебя страховка. А если нет страховки, твои проблемы. Да. Видел, что там кошка нас заждалась. Ну, давай. А вы меня лайки ставьте и пишите, как бы вы ходили в этой ситуации. Были бы вы уже в Феррари или нет? Я Феррари, да? Пошли со мной, идем. Я Феррари. Пошли, идем. Сейчас упадем. А Китька любит. Прошлась, отдохнула. Я еще котов гонять вечером. Вот такие у нас прогулки. А реабилитация идет классно. Повторение там 25, 35, 50, 75 и 100 уже на некоторые делаю. Только еще иногда навешивают грузик 0,5 или килограмм. Но килограмм для меня было тяжело. И вчера у меня киста вылезла. Кисту не вырезали, потому что она в каком-то сложном месте находится. И сегодня доктор еще откачивал кисту. Вот такой шприц 20 миллилитров. Да. Вот еще оставил это. Да. И, кстати, не сказал, когда снять этот пластырь. Ой, блин. Детка, идем, все, идем. Давай на перегонки. Давай, все быстрее. Давай, смотри, я выигрываю. Да, она не дурна. Она 5 секунд прошла. Вот видишь, как доктор тебе сказал? Прошла 3 минуты, отдохнула. Прошла, отдохнула. Кошка прошла 20 секунд, отдохнула. Так что все в порядке. Все, народ, пишите комменты. Если что, может, что-то по реабилитации доснимем.
А, кстати, тебя на следующем, в следующий раз пустят лисопед крутить. Доктор обещал. Через раз. О, через раз, через не раз. На следующий. Сегодня вторник, значит, в четверг другая реабилитация. И в субботу я как поеду на лисопеде, просто сорвусь с места и проеду весь реабилитационный зал.